Привет, Игорь. Вот сегодня 26 число. Народу на пляже так есть здесь, потому что пляж общественный. Отель у нас вот через дорогу находится. Жара, я не знаю, на солнце тут градусов 50, но в тени градусов 30. Море так чистое, хорошее, прозрачное. Здесь песок. Мы специально приехали в Аланию, где песок. Вон Олег заходит в воду. Вода теплая. Вода шикарная. Мы тут по три раза на пляж ходим. Ходим с масками в магазин, тут как коронавирус, ну как и везде, в масках надо заходить в магазин. В аэропорту бесплатно никакие маски, ничего не давали, все свое. Так что больных пока мы не видим здесь. Вот мы сидим здесь на пляже. Песочек горячий, песок. Наше место. Правда, сразу почти глубоко здесь. Но вода хорошая. Так, ладно, все, пока.